Можно нет, вот здесь, вот прямо здесь. Начнем мы, как всегда, с приветствия. Наверняка кто-то смотрел когда-то КВН, да, КВН? Там есть такая, сначала приветствие. Да, и приветствие, как бы, когда в школу мы приходим, мы здороваемся. Здравствуйте, да, я вспоминаю свои школьные годы, когда заходил или директор, или какая-то учительница, все вставали и говорили, здравствуйте, да. И вот у нас мы здороваемся очень просто обычно. То есть наверняка вы многие видели, в городе там ребята ходят, поют, да. Здороваемся мы так, высаживаем руки и говорим «Харе Кришна». Попробуем? Что это значит? Называется? Харе Кришна, ну, если как бы на в общем рассматривать, то это у нас как бы можно сказать и «до свидания», и «здравствуйте». То есть мы не, как бы не зацикливаемся на том, что сказать. Но мы ну, в том же самом смысле мы и здороваемся тоже. Перевод, сейчас скажу. Харе – это энергия, это как обращение, да, а Кришна – это как имя Бога, которое означает «всепривлекающий». Ну и мы как бы, как это можно так даже сказать, если на нашем языке это как немножечко вот такое перешло в сленг, да, Харе Кришна. То есть мы, когда друг друга видим, говорим «Харе Кришна», или когда обращаемся, или иногда говорим «Харе Кришна» или «Харе Бол». «Харе Бол» – вот есть, наверняка слышите слово такое «балабол», «балабол». «Бол» – это на санскрите слово. Санскритское означает говорить, бала – сила, то есть балабол тут много говорит, ну, если так вот переводит. А харибол, то есть пой имя Бога, можно так сказать, да? Но у нас это, то есть на таком уровне, что мы как бы и здравствуйте, до свидания говорим, привет. Ну что, попробуем? Давайте сложим руки. Да? Харе Кришна. Харе Кришна. Итак, немножечко о том, где мы находимся и то, чем мы занимаемся. Место называется храм. Слышали, да, есть храмы. Храм, обычно храм Божий называется. Вот. И в Древнем Писании говорится, что есть много имен Бога. Какие есть, кто знает? Иисус. Аллах. Иегова. Будда, да. Мухаммеда еще. Мы рассматриваем еще имена Бога дополнительные, которые существуют. Кришна, Рама, Нрисимха, Вамана, Матхусудана. И там очень много имен. То есть 100, больше 100 имен. И все имена, они относятся к Богу, как определяют его качество. Вот Аллах. Что как Аллах переводится? Бог. А? Бог. О Всевышний. Вот. Иисус. Как переводится Иисус? Если быть более подробно, Иисус переводится как Божий помазанный. Но он тоже как считается как проявление Бога в этом мире. Вот. И мы поклоняемся здесь Богу Кришне. Кришна, значит, все привлекающие, изначальные. Вот как я часто привожу этот пример, как есть на украинском языке вода такая, Кришталеба. То есть Кришталева, она изначально чистая такая, и людям многим нравится вот эта вот Кришталева вода, потому что она чистая. Точно так же и можно сказать Кришна, если, как один человек приводит, если убрать одну букву, Кришна, он еще значит Всевышний тоже переводит. Крыша, это то, что выше всего, да, находится, Кришна. Если убрать букву «э», то получится Кришна. Да? То есть есть многие сочетания этих слов. Ну а самое известное такое слово, которое, можно сказать, в русском языке оно часто употребляется, особенно сейчас, когда там много супермаркетов стало, есть слово сухари. Суп приставка, которая увеличивает. Хари это что? Это, как я говорил, это имя Бога, энергия, которая означает, если на древнем языке она говорит, когда человек говорит хари, это значит
энергия, которая уносит печали, страдания, то есть избавляет от беспокойства, можно так сказать. Да, и люди любят сухари, дети, особенно дети, подростки, они любят сухарики покушать. Да. Я тоже, я учился в кулинарном училище, у нас мы часто использовали панировочные сухари. И вот слово сухари, су, это то, что увеличивает, хари, энергию, которая лишает человека беспокойства. Вот. И вот, как можно сказать, да, мы поклоняемся. Люди думают, ну как-то это Богу поклоняться, это как-то, да нет, зачем, то есть я не буду, я не хочу быть верующим. Но каждый человек во что-то верит. Согласны? То есть, вот, например, кто-то, у кого-то есть какой-то кумир, и он верит, что если он будет много знать об этом мире, в его жизни, что такое произойдет, он будет счастливым, ну как бы в идеале это так будет. Я, например, любил в детстве Арнольда Шварценеггера. Он сейчас уже старый такой седой дедушка уже. Но когда в моей молодости, когда мне еще было 15 лет, он был очень молодым, был очень популярным, я его очень любил. Многие плакаты висели у меня на стене, я все фильмы старался пересмотреть. То есть я для чего это делал? Для того, чтобы мне это было интересно, чтобы свою жизнь наполнить. Наполнить чем-то, тем, что оно даст мне радости какой-то, то есть, какой-то эмоции. Да? У каждого есть из вас какой-то род занятий, и у каждого он индивидуальный, которым вы занимаетесь. То, что вам приносит радость. Да? Например, ребята любят что играть? Футбол. То есть все знают. Да? Почему? Такой вопрос. Почему? Потому что не могут быть. А? На месте не могут быть. Ну да, в принципе, можно так сказать, да. Но еще есть какой-то как самый главный момент в футболе какой? Ребята. А? Азарт. Азарт. То есть вот это вот азарт у нас. Мы не можем, если играть просто не забивая голы, то футбол не интересен. Тут как раз именно азарт на то, чтобы выиграть, забить гол. Красивый, там, или, например, там, много голов забить. Есть азарт. В нашей жизни у каждого девочки, чем вы любите заниматься? Играть в футбол. Играть в футбол, тоже можно. Танцуют. Маникюрчик. Макияж. Вот. Для чего? Для красоты. Для чего красота нужна? Чтобы показать. Себе. То есть, чтобы получить удовольствие от этого, правильно? То есть, когда я удовлетворен, когда я себя чувствую уверенно. Согласны? То есть, вот я скажу вам про себя. Вот, например, если я в этой одежде хожу по городу, если бы я ничего не знал об этой одежде, для чего она нужна, я бы сейчас себя чувствовал немножечко неуверенно. То есть, можно подумать даже так, сказать, то есть странно как-то, одежда странно какая-то. Но если я знаю, что это, для чего это нужна одежда, что она собой представляет, то я могу уверенно выйти, и люди не почувствуют, что я как-то неуверенно себя чувствую. То есть я могу даже им представить и рассказать, почему я так одет. Точно так же, когда девушки красятся, надевают красивую одежду, они чувствуют себя уверенно. То есть это тоже что? Это что приносит нам? Удовольствие. То есть и если так в общем разобрать, то вся жизнь она основывается на том, чтобы получать удовольствие. Что мы любим кушать, например, самое вкусное такое, что? А? Ну хорошо, для всех, вот есть, это все любят. Сладкое. Ну а что из сладкого самое главное? Не знаю, как у вас, я в детстве любил. Самое вкусное, самое главное в моей жизни было это мороженое. Вот мороженое, да? Мороженое, неважно, то есть как можно, чтобы было его как можно больше. Вот. Но сам принцип мороженого, на чем он основывается? Молоко. Сливки, да? Сахар. Ну смотрите, нет, оно замороженное, оно определенной структуры. Благодаря этому мы получаем, когда мы едим мороженое, мы как бы получаем вот это вот наслаждение, это удовольствие. То есть получается, что вот это вот мы получили, и все, хорошо. Уже, то есть хорошо. Слово хорошо тоже пошло из санскрита. Хара. То есть энергия тоже, энергия удовольствия. Хара. Обычно мы не говорим хорошо. Правильно? Согласны? Пишем хорошо, но говорим хорошо. То есть хара. Переводится.
Вот. В школе, хочу сейчас немножечко на примере школы разобрать. То есть перед началом каждого урока что обычно? Хорошо, да, согласен. Что, как понять, когда начинается урок? Звонок. Звонок, вот. У нас в ведической культуре тоже есть сигнальная, как это называется, сигнальная раковина. Она привезена из Индии, из Индийского океана. Вот. И она как раз, раньше не было часов. Люди определяли время идти им куда-то мимо по сигналу. И сигнал, как бы он звучал именно таким образом, вот сейчас я вам покажу. Чувствуете, да? Что? Это как бы своего рода звук эфира. В эфире он как бы создает определенные вибрации, которые заставляют человека. Если в Днепропетровске, я долгое время прожил в Днепропетровске, там у них есть завод такой Петровского. Сейчас мы, наверное, уже переименовали в связи с украинским. И там, да, и там каждый в 11 часов вечера, в 7 часов утра и в 3 часа дня. И ты знал, по 3 часа дня. То есть даже надо было там сверять, ты знаешь, что это звонит Петровского. Вот таким же образом раньше также определяли время. Потом другой момент. 1 сентября обычно что делают? Первый звонок. И там несут девочку, и что она делает? Колокольчик. Вот, у нас уже есть колокольчик. Это как бы, можно так сказать, у людей, которые практикуют духовное знание, связанное с Кришной, у них это как бы, у каждого в доме есть колокольчик. Благодаря колокольчику, еще говорится, этот звук, он очищает эфир. Когда звонит колокольчик, можно так сказать, вся нечисть, если так говорить, вся нечисть, она разбегается. То есть поэтому очень благоприятно. Нет, ну, смотрите, есть еще такой момент, как бы говорится, что слышали много такое о таком, я вспоминаю, нам в школе рассказывали истории такие про черную комнату, я не знаю, подкладку, да? Черная комната, черная дверь, там еще какие-то такие. Я сидел и слушал, и мне очень довольно-таки иногда страшно было. Но потом, когда я вырос, я уже немножечко понял, такой, ну это, наверное, сказки какие-то. Но на самом деле это все существует. Только существует где? Вы должны об этом знать. То есть сейчас такое время, вы должны уже знать, где существует это все. В другом измерении. Вот если так сказать, в другом измерении. Вот смотрите, как это понять, как это существует в другом измерении? Она измеряется нашим сознанием. То есть наше сознание. Когда, как проверить наше сознание, как оно работает, можно так сказать, да? В школе, когда мы учимся, если мы хорошую оценку получаем, сознание радостное. Когда получаем плохую оценку, ненависть. Грусть. Грусть, она сопровождается тем, что? Что? Да. Ждет ремень дома, какое-то наказание от родителей, что там будет забрать. То есть наше сознание изменяется. Есть такая небольшая история, рассказывает о сознании человека. Идет молодой человек на встречу с девушкой. Он очень радостный. Вот слушайте внимательно буквально. Как он? Очень радостный, все прохожие на ангелов похожи. И чудно пахнет лебедой. Пришел на свидание, ну это, как я говорю, это история такая. Пришел на свидание с девушкой, а девушка не пришла. Он ждал ее, ждал. Слышите дальше, как меняется сознание. Девушка не пришла, когда телефонов еще не было, и он уходит расстроенный. И все прохожие, сознание меняется, и все прохожие на демонов похожие, и дурно пахнет лебедой. То есть как сознание меняется в зависимости от того, что с человеком происходит. Таким же образом, когда человек находится в страхе, если так сказать, в страхе он находится, то его сознание основано на страхе, потому что он думает, тут меня что-то ожидает страшное. Но когда он находится в знании, то есть когда он знает, что его ждет, например, за углом, что за углом там ничего страшного нет, и он идет смело. Но если он не знает, он будет бояться, думать, темная какая-то улица, что-то там страшное будет. И для того, чтобы, помните, обычно мы для чего в школе учимся? Как я уже знание. Чтобы получить знания, чтобы избавиться от... Сейчас так звучит.
Согласно литературному языку, чтобы избавиться от чего? От неведения. То есть, вот есть знание называется веды. Слышали про веды, да? Веды. Веды значит, в переводе как раз и знает веды, знание. То, что избавляет от неведения. Вед, неведения. То есть я избавляюсь от этого. И в школе мы обычно с чего начинаем? Буквально. Да? А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и так далее. Вот. У нас тоже есть такая азбука. Называется Бхагавад-гита. Какая азбука? Азбука жизни, можно так сказать. В этой книге описывается. Помните, я извиняюсь, учили они стих вот этот? Кротко сын пришел к отцу. Нет, не учили уже, да? Что такое хорошо? Что такое хорошо? И в этой книге описывается, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, если мы совершаем какое-то действие, например, приходим к учителю и говорим ей, дорогая, как вас зовут? Оксана Викторовна. Я так рад вас видеть. Хотел вам выразить свою признательность. И мы прославляем ее. И Оксана Викторовна делает себе заметочку, что Иванов подошел, сказал такие хорошие слова. Потом, когда она его вызывает, Иванов приходит к доске и начинает что-то рассказывать, заикается, там что-то так, неуверенно себя чувствует. Но Оксана Викторовна знает, он сказал, хорошо, садись, Иванов, 4, да, там, если по минимальной системе, да, или там 10 я тебе поставлю. Но если с другой стороны, приходит Иванов и начинает не очень хорошо к Оксане Викторовне обращаться, то что после этого можно ожидать? Поставит ли она хорошую ему оценку? Вряд ли поставить. То есть также и здесь написано о том, что благоприятно делать в жизни и что неблагоприятно. Что способствует нашему счастью, что способствует нашему несчастью. В детстве мы еще читали такие сказки, русские народные, да, то есть там про Ивана Царевича, например. И шел Иван Царевич, и стоял он на перепутье, и было три дороги, на камне было написано, туда пойдешь, получишь что? Прямо пойдешь, получишь это, направо пойдешь, получишь еще что-то. И Царевич выбирал. Точно так же здесь есть описание того, что существует три пути человека. Очень простые. Первый путь заключается в том, что невежество. Слышали это слово такое? Невежество. Наверняка. Невежество, то есть, когда человек ничего не знает, он находится в невежестве. Когда человек начинает что-то уже понимать, чуть-чуть уже выше, понимать, но еще не применяет в своей жизни. Это уже страсть. То есть он начинает действовать. Действует, но не знает еще как, но хочет действовать. Он действует что-то, он думает, что вот сейчас я что-то сделаю и будет хорошо. Это страсть. И самое высокое, третий уровень, это благость. Благость – это когда он знает, что он делает и что он получит за это. Это он уже в полном сознании, определенно, конкретно находится. Вот когда дети, ребята идут в футбол играть. Чтобы играть хорошо в футбол, чтобы было приятно, что нужно надеть на ногу? Обувь специальную для футбола. И если я пойду босиком играть, то что случится? Да, мы останемся без ног. Вот это и есть как бы сознание того, что когда человек знает, он надевает обувь, еще там надевает щитки, чтобы в случае какого-то столкновения не получить травму. Значит, человек пребывает в благости. Он понимает четко конкретно, куда он идет и что нужно для того сделать, чтобы остаться целым. Да? Или девушке, например. Как я специально так, про мальчика рассказал, вот девушке, как вы можете понять, есть невежество, да, страсть и благость. На вашем примере. Я не как бы хотел. От вас услышать. Как вам? Ну, не выучил невежество. Да, невежество. Когда ты не выучил, это уже так себе, да? Да, когда ты выучил, несколько раз повторил стих, например, вот как я, да? Несколько. И ты уже выходишь, ты уже ничего не знаешь, но ты расскажешь от начала до конца. И это уже благость считается. Что ты полностью четко понимаешь, где ты что-то находишь, осознаешь. Это есть благость. Я еще учился в актерском колледже в Днепропетровске. Там точно так же как раз проверяется, когда актер находится в благости, в страсти и в невежестве. То есть, когда он к роли полностью готов, он выходит, он ничего не боится. То есть, он не видит перед собой. Да, то есть, он вполне себя естественно чувствует. И говорится о том, что у актера есть два принципа. Актера работа над собой и актера работа над ролью.
Можно, то же самое можно применить и в жизни человека. Человек работает над собой. Для чего? Чтобы хорошо себя преподнести в обществе. Потому что невозможно, знаете, как у актеров есть такой принцип. Наверняка многие слышали, да, там, как это говорится, сделать что-нибудь, ну как вот, на ходу. Импровизация, да. Как вы думаете, что такое импровизация? Ну, вы думаете, на ходу думаешь. Согласно позиции, согласно учению, актерскому учению, импровизация – это заготовка, которая у актера когда-то была сделана. Он не может симпровизировать ни из чего. То есть у него импровизация, так как он взял какие-то заготовки, составил и пришел, рассказал, показал. Вот это и есть импровизация. Она не может возникнуть ни из чего, просто так. Симпровизируй как-нибудь. Если человек никогда не умел ездить за машиной, на машине, да, он говорит, ну симпровизируй, сядь за руль и поедь. Представь, что то есть это невозможно. Точно так же и человек в жизни, когда он понимает, куда он идет, что, в какое общество, где он будет с кем общаться, он всегда понимает, как себя вести. Согласны, да? Вот. Хотел немножечко вот. Называется книга «Бхагавад-гита». Тут есть одно знакомое слово вам. Гита. Гита. Гита, гита, гита. Вспомните, где оно употребляется? Гита, это там гита. Гита. Гита, гита. Гита, гита. Но это не из гита, да. Первая шута. Да, в Индии часто женщин, девушек называют слово гита, песня. Гита переводится как песня. И поэтому гитара переводится, знаете, как переводится гитара? Песня. Песни. Женщина. Ра. Что? Радость. Вот. Песня радость. То есть, когда люди играют на гитаре, что мы видим? Приносит это? Радость. Ну, удовольствие, да? Вот. Поэтому гитара, слово гитара, это тоже санскрита пошло. Ну и Бхагавад-гита, она переводится как, самое такое изначальное название, переводится как Бхагават, это Бхагаван. То есть, это Бог. Еще определение Бога, Бхагаван. То есть, он руководит. То есть это песня, пропетая Богом. Это было 5000 лет назад. 5000 лет назад. На поле битвы в Индии, там называется такой битва. Поле битвы Куру-Кшетра. Такое название. А, правда. Вот. И так как мы разобрали такой момент по поводу песни, да? Песня. Я вспоминаю часто, что... Все праздники, они основываются на чем? Ну, вы часто ходите на праздники? Ну, дни рождения. Что у нас самое главное на праздник, на дни рождения? Что? Нет, хорошо, вы имели. Сейчас я. Давайте. Что? А, что на праздник? А? Хорошо, ладно. На празднике надо, чтобы была музыка обязательно. Согласны? Праздник без музыки. Ну, это. На нашем это как бы, чтобы, если еще кто-то поет песни вживую, то это вообще супер. И самое главное, что на празднике должно еще быть что? Закуска. Еда. Угощение. Вас ждут угощения. Вот. Ну а начнем с песни. Начнем с песни. Песни, которую мы поем. Вы уже слышали про эту песню. Вот она здесь написана. Иногда ее используют просто как, наверняка, слово такое, мантра. Слышали мантра? Мантра. Что такое мантра, кто знает? Батрение. Батрение? Типа как молитва. Молитва, да? Нет. Хорошо. Дословно она состоит из двух частей. Ман, ман, это ум. На санскрите ум. И трая, трая, это освобождение. Мантра заключается в том, что она освобождает ум от всего неблагоприятного. Когда человек повторяет мантру, он освобождается от неблагоприятных каких-то ненужных вещей, которые ему мешают. Вот часто, когда на экзамене, если вы сдаете экзамены, чтобы нужно сосредоточиться, вот у нас ребята делают, они повторяют мантру, чтобы сосредоточиться, чтобы все ненужные мысли именно сосредоточиться на каком-то предмете. Вот. И мы эту мантру повторяем. Она состоит из трех слов. Харе, Кришна и Рама. Харе, я уже говорил, энергия, которая носит печали. Далее Кришна, все привлекающиеся радующие. И Рама, тот, кто дарует радость. То есть тоже имя Бога.
И переводится она как бы таким образом. О, дарующий радость Кришна, о всепривлекающий Кришна, дарующий радость Рама, пожалуйста, позволь мне быть счастливым. Еще иногда ее приводят. Я желаю всем счастья, ну так. И есть два способа повторения ее. Я начну с самого простого. Вот у нас есть такие мешочки. Это у каждого, кто приходит к нам, у нас есть такие мешочки. В мешочках есть... Что думаете, что мешочки? Камушки. Замкал. Замкал. Ну еще какие соображения. У нас четкие вот такие. Вот такие четкие. Тут кто может быстро считать? Сколько здесь четко? Мы не математики. 62. Нет. Еще какие варианты? Более 72. 100. 108 бусинок, это 108 такое магическое число. 108 бусин, 108 упанишад, таких древних трактатов, знаний. И еще, говорится, 108. У Кришны было 16 108 дворцов. Но это уже такая сказка, потом прочитаете как. Вот, и на этих четках мы повторяем эту мантру. Повторяем таким. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И потом другую бусинку зажимаем и дальше пошли. Итак, 108 раз. Много? Если два круга. Это 216 получается. Вот, один круг занимает где-то 8-10 минут. То есть, если от скорости как выбирают. Это такая, таким образом, молитва, когда мы медитацией занимаемся. Хотите попробуем? Мы не будем долго, мы можем попробовать, как это вообще работает, как мы это делаем. Да, мы успеваем. Вот, давайте сядем ровненько, как на медитации, выпрямим спину. А можно сесть по-турецки, можно бок, как вам удобно садиться. Давайте. Вот. Так. Я буду говорить по два слова, вы будете повторять, да? Хорошо? Готовы? Ребята, вы, я вижу, без комплексов. Итак, готовы? Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Рама Рама. Харе Харе. Харе Харе. Прикольно, да? То есть я тоже, когда первый раз слышу, я сказал, прикольно, мне это нравится, я вам говорю. Вот. Это первый способ. А второй способ, самый такой простой, мы используем музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты, чтобы это было как сопровождение. Да? То есть мелодия, есть мелодия, есть звук. И вот такая мелодия у нас есть. Вот, чем когда определенный ритм, и мы поем. Вот. Используем барабан. Также у нас еще есть такие вот тарелочки. И ритм такой. Раз, два, три, раз, два, три. Еще есть там другие ритмы. Ну и это ведические инструменты. И из западного мира к нам пришла вот такая гармония. Гармония тоже, у нее есть определенный ритм. Как называют их по-разному? Старинная. А? Да, мы сначала поем, а потом вы будете ответным.
Я задаю, да, и вы. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Хорошо, давайте я начну, чтобы вы услышали мелодию, и тогда попробуем все вместе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Чайтанья и Нитянанда. Чайтанья переводится как жизненная энергия. Нитянанда переводится как нитья, вечная, ананда, блаженство. То есть то, что это Нитянанда, вечное блаженство, Чайтанья, жизненная энергия. И вместе они как раз и являются воплощением Бога, который дает возможность человеку испытать блаженство и получить жизненную энергию. Но каким образом? Посредством чего? Как вы думаете? Посредством того, что мы делали. Посредством медитации и пения. Когда мы поем и
занимаемся медитацией, мы как раз повторяем мантру, мы получаем вот эту вот жизненную энергию и вечное блаженство, то, что дает нам возможность воспринимать, если то, что я говорю, помните, да, в общем говорил, то благодаря этому мы понимаем знания, приходит к нам, приходит понимание того, как жить, то есть как вот, как, чего бояться, чего не бояться. Ну, все, в принципе, да. А кто не Кришна, кто из Бабрам? А вообще? Есть какие-то вопросы? Вкусняшку? Да, есть. Я всегда сейчас. Папа, сам поесть. Вспомнил, самый важный момент. У меня есть. Что такое? Кто знает? Это сюда. Как это называется? На Гавайи. Как на Гавайи. Да? Ну, у нас тоже Гавайи есть, у нас тоже как на Гавайи. Я хотел вот Оксане или Виктору мне подарить одну, надеюсь. И вас одну. И Надежда Валентина. Давайте поаплодируем нашим друзьям. Да, давайте. Можно сфотографироваться с друзьями. Можно сфотографироваться там, можно там. Гирлянда. Это гирлянда из цветов. Вот смотрите, вот она за 50, да? Вот они вчера висели там, сегодня они висят уже здесь. Вечная молодость. Это, да, можно сказать, вечная молодость. То есть олицетворение говорится, что когда человек носит гирлянду, он одухотворяется, скажем так, его сознание очищается. Все такие благоприятные. Вот девушка сидит, она делает такие гирлянды. Да, я сейчас буду на выходе, буду разговаривать. Да, это называется молочные сладости. Да. Есть мороженое, а у нас шарики. Да, если кто-то хочет сфотографироваться, можно пойти. Конечно, пожалуйста. Не вырос.